Що потрібно робити, аби не наражати себе на небезпеку і уникнути зараження коронавірусом під час навчань? Школярам, батькам та вчителям протягом останніх тижнів радили спеціалісти партії «Блок» Вадима Бойченка. Зокрема, депутат міської ради, директор міської лікарні номер 4 Володимир Жигіль. Гість нашої студії сьогодні. Пане Володимире, вітаю. Здравствуйте. Скажіть, на ваш погляд, чи спрацювали живі зустрічі з людьми і взагалі важливий саме живий контакт, розмова, роз'яснення? Адже зараз дуже багато інформації можна отримати, наприклад, через інтернет. Ну, прежде я хочу сказати, що команда Вадима Бойченка працює в місті на благо горожан 5 років. І ось зараз ми об'єднулися в політичну партію «Блок» Вадима Бойченка. Это команда единомышленников, это команда профессионалов, это эффективная команда. Хочу обратить ваше внимание, что партия «Блок» Вадима Бойченко не имеет аналогов в стране. Дело в том, что эта партия состоит из людей, которые проживают в конкретном городе, ставят перед собой конкретные задачи и конкретно занимаются решением этих вопросов. Подавляющее большинство членов нашей партии – это жители нашего города и прилегающих районов. Это люди, которые знают чаяния наших людей и люди, которые готовы эти вопросы, которые людей беспокоят, решать. Что же касается наших встреч не только медиков, ну, медикам это ближе, со школьниками и их родителями, для того, чтобы разъяснить, и помочь им не заразиться этим заболеванием и выйти из этой ситуации неповрежденными. А вообще-то живое общение всегда лучше слова напечатанного. Конечно, живое слово, оно дает обратную связь. А при обратной связи ты учитываешь не только суть вопроса, но и оттенки, эмоции, с которыми эти вопросы были заданы. Поэтому, естественно, живое общение с людьми гораздо предпочтительнее, нежели просто какой-то медиасюжет. Хочу сказать также, что кроме обратной связи, есть возможность реагировать на любые неожиданные вопросы, которые у людей вполне могут возникнуть. И вот в результате таких встреч у людей, если и был страх, он был, конечно, не у всех, но если у кого и был страх перед этим заболеванием, то страха не стало, но появилось четкое понимание того, что нужно делать, какие меры предосторожности применять для того, чтобы не заразиться этим заболеванием. Про важливість і актуальність теми здоров'я говорить і пріоритет, за який голосують містяни на сайті партії «Блок» Вадима Бойченка. За 3 дні пріоритет під назвою «Здоров'я містян» набрав понад 1000 голосів. Які основні цілі та завдання входять до цього блоку? Ну, блок «Здоров'я горожан» – це одна із составляючих програми партії. В общем, як писалась програма партії? Были проведены социологические исследования, на которые люди анонимно давали ответы, которые никак не были заангажированы. И в основном программа партии строится как раз на этих пожеланиях. Вообще нужно сказать, что и здоровье горожан, как составляющая общей программы, является достаточно объемным. Но нужно сказать, что основной приоритет блока Вадима Бойченка – это развитие города Мариуполя. Одна из составляющих этого приоритета, так сказать, подприоритет – это здоровье горожан. Здоровье горожан – это очень объемная инициатива, в которую входит от гигиены жизни, гигиены труда. Это укрепление материально-технической базы лечебных учреждений, это мотивация медицинских работников. Таким образом, мы получаем в этом направлении тоже всеобъемлющее такое движение вперед, которое, собственно, должно привести к положительному результату. Не только должно привести, но и приводит. Мы видим, как много сейчас делается в городе, все оно прямо или косвенно влияет на здоровье, потому что здоровье – это и физическое здоровье, а для полного определения здоровья нужно учитывать еще и психическое здоровье. Дякую, дякую. Найбільша кількість голосів за безкоштовне обстеження для дітей та пенсіонерів і будівництво лабораторного та діагностичного центрів. Наскільки це важливо в контексті покращення здоров'я містян? Хто у нас зараз найбільш уязвим? Найбільш уязвим – це багатодітні сім'ї і пожилі люди.
И вот, основываясь на мнении горожан, партия поставила перед собой задачу создать вот такой диагностический лабораторный центр, который бы оказывал услуги всем жителям, и не только жителям, но и гостям нашего города. Причем это будет неприбыльное предприятие, но с элементами коммерческих услуг. Кому будут услуги коммерческие, кому будут бесплатные. Коммерческие услуги будут для гостей нашего города, для жителей нашего города это будут услуги без прибыли, по себестоимости они будут отпускаться, а для людей пожилого возраста и детей эти услуги будут бесплатными. Таким образом, и экономически, а главное, морально все будет правильно и соблюдено. Дякую вам. Ми також зичимо вам здоров'я і переходимо до інших новин.